Сегодня мы получаем с вами новые, ой, вещи в Roblox для новичков, да. Это первое видео про вещи для новичков. И наш ивент это Our Sanctuary. Здесь мы получим много вещей сразу, сможем получить. Мы сюда заходим с вами. И сейчас я вам покажу, какие же здесь можно получить вещи. Тут больше для девочек вещи, но для мальчиков они тоже подойдут. Так, у нас загрузка происходит. Мы нажимаем skip. Заходим. И вот мы появились. И сейчас я вам покажу, куда надо идти. Для начала мы идем с вами вот сюда. И здесь мы с вами получим коврики. Да, это те, кто еще в эту игру никогда не заходил. Вы видите тут коврики, нажимаете E. У вас появляется. Нажимаете тоже E. У вас еще появляется. И они сразу у вас не появятся, вам нужно перезайти в игру, и тогда у вас сразу выдадутся бейджи с этими вещами. Так, вы нажимаете, выбираете все коврики, если вам нужны все коврики. Да, так. И теперь мы идем с вами вон туда, к залу медитации. Да, тут нам нужно будет делать медитации. Но вам не придется делать их очень долго. Так, мы заходим, нажимаем E. И вам нужно нажать негативен стресс. Да. Begin. Ну, может, у вас по-русски будет написано. Там, короче, первое во второй строчке. Так, вы можете полностью не проходить. Вы можете просто подождать, пока начнется, и нажать сразу же крестик. Тогда у вас засчитается. Вот, смотрите, вы нажимаете, выходите, и крестик... Ой, и у вас засчитывается то, что вы прошли эту медитацию. Дальше у нас следующая медитация, это вторая. Мы нажимаем, тоже ждем, пока у нас крестик появится, и нажимаем на него. Так. Давай быстрее. Так, нажимаем, выходим, и теперь заходим на третью медитацию, вот такую вот. То же самое делаем, ждем. Вы можете заходить на все медитации, которые здесь есть, у вас тогда потом выдадутся вещи. Так. Так, нажимаем крестик, выходим, и давайте еще на какую-нибудь медитацию нажмем. С вами вот сюда, например. Да, зайдем сюда тоже, на эту медитацию. Ну, посмотрим, что у нас выделится, потому что я точно не помню, давно это все получал. Поэтому посмотрим вместе с вами. Так, выходим. Ну и давайте на последнюю медитацию зайдем и перезайдем в игру. Так, последнюю медитацию давайте. Вот такую вот. Заходим и выходим, ой, и перезаходим в игру. Так. Да-да-да-да-да. Мы перезаходим в игру. Все, выходим отсюда и... перезаходим. И сейчас нам все эти вещи выдадутся, если вы все правильно сделали, как я вам показал. Я говорю, можете на все медитации нажимать, потом посмотрите, что у вас выдается. Так, загрузка. И смотрите, вот они, бейджики, полетели бейджики, полетели все, которые есть здесь. Да. Ну, не все, конечно, но многие. Итак, мы сейчас с вами смотрим, какие же нам вещи выдались. Выдалось нам очень много вещей. Первое. Это вот такие две кофты. Да. Вторые вещи. Это вот такая вот кофта. Вот такие две тоже кофты. Здесь непонятная, она сломанная, но она тоже вам выдалась. Здесь. Здесь вам выдалась такая вот шляпа, белая шляпа и вот такая вот крутая аура. Давайте наденем эту ауру с вами. Ну и
последнее, что нам выдалось, это вот такие вот сумочки. Ну, не сумочки, а коврики, да. Почему-то мне не все выдались коврики, которые я делал, но ладно. И, кстати, ребят, тут еще появилась новая бесплатная вещь в аватаре. Сейчас я вам и покажу. Так, 0 и 0. Не знаю, до какого числа она действует. Ну, вот, смотрите. Пород fish face. Вот такая вот рыба. Вы ее забираете. Успевайте забирать. В июне доступно 2023 года. Вот, мы сейчас с вами ее тоже смотрим. Так. Опять висы какие-то происходят постоянно в Роблоксе. Ну, рыба у нас почему-то пока что не появилась. Ну, давайте перезайдем в Roblox. Так, извините меня за такое, конечно. Я перезахожу в Roblox, и мы смотрим снова вещь, рыбу нашу. Так. И... Ой, не туда зашел, извините. И вот наша рыба. Вот так вот она выглядит на нас. Но я лучше надену ауру. В общем, кому нужно, получайте. Всем пока-пока.